В Актобе врачи требуют надбавку за выездную работу. В течение месяца доктора разных специализаций ездили на медицинском поезде Денсаулык по самым отдаленным аулам, лечили сельских жителей, но до сих пор не получили за свой труд обещанных премиальных. Эльмира Эржанова расскажет подробнее. Около 25 врачей Актюбинской железнодорожной больницы, оставив свои семьи, целый месяц жили и работали в поезде Денсаулык. Они рассказывают, что, несмотря на непростые условия, были рады помочь людям в самых отдаленных районах, но и заработать побольше планировали. Однако получили обычную зарплату, хотя им обещали двойную ставку. Целый месяц мы работали в Мангуставской области. Без выходных, без праздничных дней. Мы как солдаты, мы вот утром встаем, вечером вот ложимся. И вот так вот выполняли вот это поручение. Договор о работе на поезде Денсаулык с условиями труда и оплаты врачи заключили со своим непосредственным работодателем – железнодорожной больницей. Комитет оплаты медицинских услуг города Астаны. Сейчас вот их рабочая загрузка. Сейчас идет формирование новых счетов реестров, говорят. Тарифы они обновляют вот, из-за этого. Директор сообщил, что задолженность планируют закрыть 5 сентября. По заявлению врачей, с проверкой в больницу уже наведывались из инспекции труда. Но нарушения трудового кодекса не нашли. Недовольные врачи написали жалобу в областную и генеральную прокуратуру. Там они указали, что медицинская программа, созданная по поручению главы государства для народа, под угрозой срыва. Ведь на таких условиях врачи больше ездить не собираются. Эльмира Ержанова, Аслыхан Бекенов, Информбюро, Актюбинская область.